Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Горшунов Александр, игрок команды Филадельфия. Как вам сегодняшняя игра? Игра понравилась, хорошая, боевая. Но скажу, что дебют матча решил исход, а дальше уже была игра. Ну, мы вначале много забили. У соперника тоже были атаки ответные, но они не забили, они не увенчались успехом, поэтому это повлияло на счет и на всю остальную игру. Но в целом футбол был, было приятно играть. К счастью, погода поспособствовала этому. Ни дождя, там, ни холода. Был отличный футбольный день. Круто. Кого-то, может, хотели отметить из команды или из соперников? Я считаю, что мы сегодня очень хорошо играли командно, а сопернику пожелаю успехов впредь. Здрасте. Добрый вечер. Представьтесь, пожалуйста. Егор, вратарь команды Хьюстон Динамо. Как вам сегодняшняя игра? Печально, грустно и невесело. Ну, думал, будет упорная борьба, в результате которой мы победим. Вот, но наши ожидания были неоправданы. Что получилось, что не получилось сегодня? Не получилось собраться, наверное, в начале. Лично у меня, может быть, в какой-то части команды. Вот. Желаю больше собранности, дисциплины, наверное, нашей команде. Окей.